очень нежный фасолевый пирог, который подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Идеальное сочетание теста из фасолевого пюре и начинка из лука-порея, помидоров и фасоли, очень вкусно. Приготовим фасолевый пирог в домашних условиях. Фасоль нужно замочить, а затем залить свежей водой и отварить до готовности, после чего вареная фасоль пюрируется блендером и смешивается с яйцом, мукой и жареным чесноком. Выкладываем полученное тесто в форму и выпекаем основной корж, для начинки отдельно обжариваем лук-порей, а яйца взбиваем с солью и сливками. Укладываем на испеченный корж оставшуюся фасоль, помидоры и лук, заливаем яично-сливочной смесью и присыпаем зелень. Выпекаем пирог в духовке до готовности примерно 45 минут. Удачи! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Замочите фасоль на ночь в холодной воде, с утра промойте и отварите в свежей воде до готовности. Чеснок измельчаем и обжариваем на растительном масле. Полстакана фасоли откладываем в сторону, остальную фасоль немного обсушиваем и пюрируем при помощи блендера, добавляем к фасолевому пюре яйцо, муку и чеснок. Замешиваем тесто, посолив по вкусу. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Форму для выпечки смажьте маслом и застелите пекарской бумагой. Распределяем тесто по форме, сформировав бортики. Выпекаем тесто в духовке 15 минут, температура 180 градусов. Лук-порей нарежьте полукольками и обжарьте на сковороде до мягкости. Оставшиеся яйца взбиваем с солью и сливками. На испеченную основу пирога выкладываем лук-порей, отложенную фасоль и порезанный произвольно помидор, присыпаем измельченной зеленью. Заливаем пирог яично-сливочной смесью, выпекаем в духовке 45 минут, температура 180 градусов. Перед употреблением следует остудить пирог. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Нам понадобится: фасоль 3 стакана, яйца 3 штуки, мука 1,5 столовые ложки, лук-порей 3 штуки, сливки 200 грамм, помидор 1 штука, специи по вкусу, чеснок 3 зубчика, зелень по вкусу. Количество порций 6-8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова!